Если ты проморгал основную часть лета, то ты с нами заодно. Главное, не проморгай свежий выпуск Fresh TV. Все самые сочные события, которые случились с нами за неделю, и обо всем, что будет впереди, мы расскажем тебе прямо сейчас. Пятничный гость в нашей студии. На этот раз к нам заглянул знаменитый диджей Баур. Музыкальные ритмы из прямого эфира Fresh FM. 5 лучших треков. Первый на Сахалине конкурс электронных музыкантов Fresh Music Awards. Подводим первые итоги. И рассказываем о самых ярких ночных вечеринках уикенда. Наша студия Fresh FM – это самые гостеприимные 4 квадратных метра. И по пятницам в 8 вечера в эту студию заходят самые важные персоны. И на этот раз ее посетил очень крутой диджей, резидент московского клуба Soho Rooms, знаменитый диджей Баур. Он поделился с нами своим позитивом и мыслями о прошлом, будущем и настоящем. Посмотреть на этого талантливого парня ты можешь в нашем видео. 20 часов 2 минуты в нашем городе. Это радио Fresh FM. Напоминаю, что по традиции, по пятницам у нас гости в студии радио Fresh. И сегодня в гостях на студии талантливый диджей и музыкант. И что касается его сетов, то это качественно подобранный материал, содержащий все краски хаус-музыки. Автор более 100 хитов, ремиксов, треков и мэшапов с собственным узнаваемым стилем. Он у нас на Fresh FM тоже присутствует, его треки звучат. Это диджей Баур. Огромный тебе привет. Привет. Вот так незатейливо поздоровался с жителями нашего города этот знаменитый диджей. Эксклюзивный артист лейбла Luxury Music, резидент клубов Лондон, Крыши Бар, Шоколад и многих других. Автор несчетного количества треков и ремиксов, многие из которых стали настоящими бомбами в клубах по всему СНГ, а также чарт-брейкерами на ведущих радиостанциях нашей страны. Баур входит в сотню лучших диджеев России, но о начале своей карьеры говорит весьма сдержанно. То ли от хорошего воспитания, то ли от природной скромности. Я еще учился в 11 классе, я подменял диджея, и в итоге я стал резидентом этого клуба. Как обычно, волнение чувствовал, потому что нужно было играть. Раньше просто диджеи играли всю ночь, и нужно было играть около 5 часов. Был какой-то мандраж, волнение, но я справился с этим, и в конце сета владелец клуба предложил мне работать в этом клубе. Раньше тяжело было попасть в клуб, это не то, что сейчас. Диджеев очень много. Раньше диджеев было очень мало, и владельцы клубов относились к выбору диджея очень тщательно. Они не допускали людей со стороны, поэтому было очень трудно попасть в клуб. Еще с ранних классов школы музыка нравилась, танцевальная, слушал миксы других диджеев известных. И как-то этот сам процесс сведения музыки, подачи ее завлекал. И, собственно, тогда я и понял, то, что было бы интересно попробовать себя в роли диджея тоже подать какую-то картинку, может быть, из музыкальных треков, которые тебе нравятся. Ну, как-то так и все произошло. И очень хорошо, что так сложилось, и мир познакомился с этим безусловно талантливым парнем, который не желает останавливаться на достигнутом и будет радовать нас своим творчеством и дальше. Ведь Баур играет для широкой публики, подстраиваясь под настроение и модные тенденции клубной сцены, что делает его творение неотъемлемой частью любой модной вечеринки. То, что пользуется спросом, намного легче это продвигать. Я играю именно те стили, которые актуальны, те, которые модные, и могу на самом деле что угодно вставить в свой сет, главное, чтобы народ это понял и оценил. И главное, чтобы народу было весело. Когда видишь, то, что народу нужно поддать немного дабстепа или чего-нибудь такого, ты ставишь, и они просто взрываются. Это психология танцпола. Можно книжки писать уже. Я думаю, скоро кто-то этим займется. Если, может быть, уже есть такие книги. Но я бы с удовольствием прочитал и советовал бы вот диджеям прочитать «Психологию танцпола». Мне кажется, это интересная теория будет. Ну а пока Баур и без всякой вспомогательной литературы зажигает танцполы, заставляя биться сердца людей 130 ударов в минуту. Привет, Южно-Сахалинск. Меня зовут диджей Баур. Слушайте Fresh FM и смотрите Fresh TV. Это лучшее, то, что есть в Южно-Сахалинске. Если ты не только слушаешь музыку, но и танцуешь под нее, то следующая наша рубрика специально для тебя. Пятерка лучших свежевыжатых треков по версии Fresh FM уже готова к подаче на музыкальный стол. Приятного аппетита! Перерождение хита конца 90-х от Technotronix. Criminal Vibes. Pump up the jam. Yeah,
горячий прогрессив транс, только из ключи от Angry Riot. I know French. Бодибэнгерс и Виктория Кёрн. Give me more. Этот трек все-таки выбился в суперчарт. Viva Bodybangers! Depeche Mode, Plastic Fun, Оливер Шульц. Трек под названием Personal Jesus в мэшапе от DJ Neutrino и DJ Баура. Кстати говоря, DJ Баур подарил нам этот хит после своего интервью. Команда Florence и The Machine, творение под названием Spectrum. Самый красивый ремикс этой недели от Calvin Harris. Мы уже давно убедились в том, что Сахалин – это логово талантливых ребят. Ну и мы, конечно, готовы двигать своих масс. Около 3 месяца назад мы объявили о поиске ребят, которые самостоятельно пишут музыку и хотят показать ее миру. Из них мы отобрали самых ярких и талантливых. И вот, наконец-то, команда собрана. И совсем скоро мы будем готовы представить тебе первые результаты отборочного тура конкурса Fresh Music Awards. Ну что, друг, ты уже расслабился и забыл о грядущем мега-событии под названием Fresh Music Awards? А зря. Несколько месяцев первая танцевальная радиостанция твоего острова тщательно отбирала работы, присланные по электронной почте, и уже готова подвести первые итоги. Но это не значит, что конкурс закончился. Все только начинается. Напоминаем, если ты пишешь и сочиняешь электронную музыку, то просто обязан заявить о себе, а Fresh FM подскажет, как это сделать. Многие сахалинские музыканты ждут это грандиозное событие с замиранием сердца. Вот и один из резидентов первой свежей не смог промолчать. Привет, друзья, я Мадрем. Я хочу сегодня рассказать интересный момент. Fresh FM организует такое мероприятие, как Fresh Music Awards. И данное мероприятие позволит молодым талантам попробовать реализоваться. В той или иной мере каждый, кто хоть чуть-чуть пишет музыку, может попробовать участвовать в этом конкурсе. В ближайшее время планируется подведение итогов данного конкурса. И мне кажется, что должен участвовать каждый. На мой взгляд, на Сахалине сейчас есть музыканты, которые могут о себе заявить. И я таковых знаю. Некоторые из них довольно скромные и не хотят просто этого делать. Но я считаю, что нужно заявлять о себе. Нужно каким-то образом реализовывать свою мечту, свои цели, ставить какие-то непостижимые цели, а ставить именно достижимые цели и идти к ним. И как раз в этом нам помогает и Fresh FM, чтобы молодые таланты смогли немножко как-то реализоваться. В свою очередь хочется сказать, что в этом нет ничего страшного. Просто прислать свою работу, пускай даже она, может быть, будет какая-то недоделанная, начинающая, но все-таки люди услышат ее. Может быть, кому-то понравится, может, какому-то звукорежиссеру местному. Может быть, мы попробуем как-то этого человека заметить, в том числе диджея. Кстати, очень немаловажный момент. Музыку пишут музыканты, а играют ее диджеи. И если диджей, соответственно, услышит что-то интересное для себя, он может дать начало творческому рывку и толчку музыканту начинающему. Поэтому я считаю, нужно не бояться ничего, писать музыку, слать ее на Fresh FM и участвовать в Fresh Music Awards. Вдохновился? Тогда скорее отправляй свои работы, и может именно твоя звезда удачи засияет в лучах славы. Предстоящие выходные обещают быть солнечными, но это не значит, что нужно пропускать самые жаркие события ночной жизни. И куда отправиться тусить, ты узнаешь прямо сейчас.
LF Club и Radio Fresh FM представляют вечеринку «Технологика». Хедлайнер вечеринки Модрем, автор и ведущий собственного радиошоу в нашем эфире. В эту ночь ты почувствуешь все стороны техно-саунда. Клуб People продолжает серию вечеринок «Pacha Nights». И в гостях этой ночи не просто резидент клуба «Pacha Moscow», а его музыкальный директор. Диджей Andrew X, его музыкальный экспедитор. Ну а клуб Joy в субботу представляет вечеринку с участием диджей Алекс. Не пропусти! Пусть наступающие выходные станут для тебя жаркими и солнечными. Зажигай на пляже и танцуй даже на ночных улицах Южно-Сахалинска и только под Fresh FM. Лови летнюю волну на 88.9. Счастливо! Чао! Ну а мы на пляж. Пока!